Самозащита от боковых ударов ножом. Выполняется с уходом с линии огня, с линии атаки и вписывание в плоскость движения в противофазе. При этом встречаем атакующую руку противника изнутри своей левой или правой рукой в плоскости нанесения удара, совершая при этом вращение в точке контакта и уводим траекторию ножа влево или вправо с дальнейшим проведением в динамике контратакующих действий. РС здесь. Выход. Работа. Давайте. Да? Он на меня, я же здесь, вот ему. Вот, вот со стороны видно, куда. То есть он сейчас буду опускать его. И вот он пошел вот сюда. Вот он. О! Как раз вот здесь, вот сюда он и входит. В комплексе, да? То есть получаю. Убираю. Завожу. Ага. С другой руки. Здесь сразу же подрабатываю. Здесь его нужно, мне его на сопровождение, на что-то брать, я его здесь забираю.